Глава региона Андрей Травников и вице-премьер России Юрий Борисов обсудили перспективы развития оборонных предприятий Новосибирска и выпуск новых видов продукции. Новосибирская область – один из регионов-лидеров по количеству предприятий, которые работают на оборонку. Всего их более 30. А это 24 с лишним тысячи работников и миллиардные доходы. Глава региона призвал руководителей предприятий более активно принимать участие в развитии и реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Сотрудничество оборонной промышленности с научными институтами, уверен Андрей Травников, позволит расширить ассортимент продукции гражданского назначения. Я уверен, что реализация такого совместного подхода позволит сбалансировать процесс увеличения доли гражданской продукции в номенклатуре предприятий ПК нашего региона, ну и, конечно, сохранить стабильную социально-экономическую ситуацию, обеспечить гарантию развития в будущие периоды.